Всем привет! Хотел показать, если кто еще не видел, что такое VR-видео. VR-видео можно посмотреть в YouTube. Смысл в чем? Смысл в том, что вы запускаете ролик в YouTube, и после чего, ну, собственно говоря, можно просматривать его на 360 градусов, этот ролик. Ролик воспроизводится, а вы в это время можете осматривать все, что вокруг, все, что идет вокруг. Ну, для примера я сейчас запущу. Вот здесь еще такая есть функция, что если у вас есть очки специальные, вот нажимаем, появляется значок. И можно смотреть уже ролик, собственно говоря, в очках. Тогда эффект, как говорится, присутствия будет уже немножко получше, чем... Получше, чем просто камера. То есть этот эффект, очень удобно использовать на мобильном телефоне. Телевизор мы ведь не будем вот так двигать, а именно на телефоне без проблем можно, как говорится, рассмотреть картинку. Не знаю, насколько это все популярно, но, в принципе, довольно-таки забавная штука. Как найти такой ролик? Очень просто. Заходим в приложение на... Заходим в приложение YouTube. Вот, вижу. Заходим в приложение YouTube. Здесь вводим VR. VR. Вводим VR видео. И у нас будут... И у нас появится список таких видео. Дело в том, что пока их не так много, но со временем, конечно, и эта тема развивается. Особенно сейчас набирает популярность очки виртуальной реальности. То есть они недорогие. Вставляется смартфон в эти очки. И смотрим мы с VR. И смотрим видео с VR-эффектом. Вот, в принципе, хотел поделиться такой новостью, хотя, возможно, для кого-то это не новость, но, тем не менее, довольно-таки интересная штука. На этом у меня все. Всем пока!